Добрый день. Я продолжаю рассказывать про Crazy серию от MF8 и Dayan. И на очереди Crazy 3x3 Plus Cube, модель Uranus, ну или Уран. Здесь нарисованы все планеты, обозначения. Чем интересен Уран? У него, в отличие от Юпитера, про который я уже рассказывал, два фиксированных центра. Дополнительная картонка, которая была вот отсюда. Какие же? Белая грань, так же как у Юпитера. И еще зеленая грань, тоже фиксированная. Все остальные центры подвижные. Вращается Уран гораздо мягче по сравнению с Юпитером, который я собирал много раз. Но они из разных партий, как я также уже рассказывал. Сейчас головки уже не такие гремящие. Перемешивать Уран уже проще, чем Юпитер, так как есть две фиксированные грани. Их можно держать, к примеру, сверху и справа и перемешивать головоломку. Но делать это нужно, конечно, тоже аккуратно. Разлететься может кубик любой. Да, главное, чтобы у нас разделились центральные элементы с ребрами, ну и по возможности с углами. Я собираю Уран примерно так же, как Юпитер, просто осторожнее. Получается чуть медленнее и немножко сложнее. Так, ну еще немного нужно сделать движений. И вот уже более-менее Уран перемешан. Да, и мне показалось, что Уран как раз второй по сложности. Видимо, в этих планетах чем дальше, тем проще. Хотя там где-то еще Нептун, и он дальше Юпитера, да и Уран дальше Юпитера. Так что, наверное, предположение мое не очень. Но в любом случае Меркурий не самый легкий. Как же собрать Уран? Важно помнить, что можно собирать как Юпитер, но быть осторожным с зеленой гранью. То есть я белую держу сверху и собираю то, что собирается. Вот желтая пара собралась. Хорошо. Можно красную собрать. Да, центр и боковой элемент. Меняем красный. И пока мы не делаем вот таких вот вращений, именно на зеленой грани, все хорошо и можно делать как на Юпитере. Да даже можно на первых этапах и не обращать сюда внимание, но когда наши собранные элементы будут переходить каким-то образом на эту грань, мы их будем уже ломать. Поэтому надо быть повнимательнее. Здесь можно собрать зеленую. Поднимем желтую. Желтая собралась. Поднимем красную. Собираем вот оранжевую. Да, и мы видим, что вот на зеленой грани у нас вот эта белая конструкция собрана. И сейчас вот меняя вот это на это, я сломаю белую пару. А этого делать, конечно, не хочется. Поэтому можно предварительно просто белую конструкцию отсюда убрать. Да? Поменять здесь что-то. И что-то поменять здесь. Ну и, в принципе, вся сложность. Ну и поехали дальше. Собрали желтую. Соберем синюю. Соберем оранжевую. Здесь. Здесь нет ничего хорошего. Жаль. На что-то можем поменять. Не очень. Да, ну. Поменяю вот так. Да, и теперь можно собрать вот эту синюю конструкцию. Поднимем. Соберется желтая. Нет ничего. Значит, можем на это место вот это опустить. Отведем на нижнюю грань и с нижней потом переставим. Так, а тут еще зеленая собрана. Ну и можем вот так поменять. Так, можно собрать белую, но она окажется на зеленой грани. Можно собрать красную и будет на этой грани, что проще. Да, поменять снизу не на что. Поменяем на боковую. Так.
Берем оранжевое. Снизу есть. Берем красное. Тут белое собралось. И еще у нас вот три штуки собрались. И осталось вот сине-зеленое. Знаешь, где-то еще есть сине-зеленые, но противоположные. Так, здесь поднимем. Осторожно, зеленой гранью. Здесь поднимем. Раз, два. И что-то где-то я потерял. Какой-то элемент. Вот сине-зеленый. Вот отсюда. И получается, вот эти три пары у нас уже последние. Ну, для удобства, что можно сделать? Поменять вот это временно на белую. Собрать вот эти. А эти у нас будут просто меняться между собой. Белые с белым. Вот так. Теперь поменяем вот это на несобранное. Оно у нас вот здесь. Опустим вниз. В сторону. Это вернем. И вот так. И все. А все реберные элементы вроде бы должны быть собраны. То есть я сделал то же самое, что на Юпитере. Просто чуть аккуратнее. Дальше я также соберу крест. Также. Но не вращая зеленую грань. Без нужды. Вот он крест. И буду также собирать уголки, как и на Юпитере. Зеленую грань где-нибудь снизу расположу. Ну, снизу, сзади. В зависимости, как смотреть. И начинаем собирать. Здесь вот уголочек один уже есть. Его можно, к примеру, поменять. Но вот тут мы сейчас начнем портить ребра. И поэтому можно поступить как? Чтобы не портить ребра. Просто его игнорировать. Либо хитро вымудренно его менять, либо поставить сюда где-то красный маленький уголок и использовать. Но давайте просто пока проигнорируем. Здесь вот можно собрать что-то. Вот этот синий. Да, и его поменять на что-то еще. Опять вот этот задний будем игнорировать пока. Можно собрать вот этот красный. Его заменяем. Вот зеленый собрался. Его на что-нибудь поменяем. Вот синий собрался. Поменяем. Пока абсолютно на произвольный. Так, вот здесь у нас уже хороших нет вариантов. Да? Безболезненно. Поэтому я поменяю что-нибудь еще. Собрался белый. Оранжевый маленький. Так. Здесь не зеленый, у меня все время снизу, чтобы не портилось. Собрался оранжевый, а желтый большой. Так. Ну, сейчас меняю на любой. Что уже есть кандидат. То есть мы их как бы игнорируем, но элементы вот эти крупные от них тоже используем. А вот здесь вот красный собрался. Зеленый собрался, но пока поигнорируем. Этот меняем на какой-нибудь синий маленький, оранжевый маленький. Синий или оранжевый. Вот синий. Так. А теперь зеленый маленький. Оранжевый небольшой. Так, лучше взять отсюда. Так, ну, здесь можно на любой поменять. Что же есть кандидат? Белый. Можно желтый. Так. А, белый маленький. А, синий или желтый? Вот желтый. Нижний просто игнорирую, если они собраны. Дальше. На зеленый маленький. Белый или синий? Зеленый, белый, синий. Вот тут есть синий.
Так. Теперь какой-нибудь, ну, зеленый маленький, если есть. Есть белый вот. Белый подойдет. И вот желтый остался. Пока его поставлю сюда. Сейчас посмотрим. Вот соберется оранжевый. Оранжевый собрался. И есть ли на что меняться? Меняться не на что. То есть верхняя грань закончилась. Смотрим здесь. А здесь вот этот не собранный. И здесь вот эти вот элементы. Вот здесь вот два не собранных. Здесь один. Что мы можем сделать? Можем повернуть так, чтобы сделалось не хуже. То есть у нас было вот так. Один собранный. Я поверну вот так. И будет у меня два собранных и оба сзади. И ничего страшного. Да, и остается дособрать вот эти три элемента. Я могу поступить каким образом? Собрать вот это оранжевое и поменять вот этот угол на оранжевый собранный. И отменить. Да, эти разобрались, собрались. А здесь получилась ситуация примерно такая же. Но движение получилось бесполезным. Да? Поэтому нужно по-другому поступать и собирать сначала на этой стороне. Я вот это разверну. Да? И сначала соберу вот здесь вот желтое. Поменяю на такое же желтое. Хотя лучше было бы поменять на зеленое. Вот. Да? Здесь было удобно. Здесь можно было просто развернуть. Но дело в том, что можно вот нехитро здесь как-то их менять местами и также собирать. Просто чуть сложнее, чем на Юпитере. То есть заменил на что-то, поменял и вернул. Здесь можно было его на месте развернуть, потому что всего три было не собранных элемента. Дальше, так же как в Юпитере, нужно собрать первый слой до того, как довернуть крест. Да? То есть если так довернем, то у нас уголки какие-то попортятся. Можно, конечно, уголки здесь поставить по диагонали одинаковые, ну или в зависимости от перехода. Но проще сначала собрать белые углы на своих местах и не мучиться. Главное не вращать зеленую грань. Так, это не отсюда. Это... Ага, вернемся позже. Зелено-красный, сине-красный. А сюда нужен зелено-оранжевый. Где он стоит? Он стоит вот здесь. Зелено-оранжевый. Я поставил, ничего не сломал. Зеленая грань сзади. Дальше. Вот зелено-красный. Встал на место. Дальше. Ну, зеленая грань здесь. Да, и здесь надо быть уже аккуратней. Как поступить? Ну, нужно вот этот элемент сюда поставить. Да, просто пиф-паф. Зеленая грань не вращалась. А вот этот элемент нужно поставить на это место. Если буду делать пиф-паф, то зеленая грань вращается. Но я могу просто сделать алгоритм зеркально. Да, тогда зеленая грань не вращается. Ну, обратно пиф-паф. Теперь спокойно просто доворачиваем, и все останется целым. Чуть сложнее будет, ну, наверное, на втором слое. Здесь простые элементы легко поставятся. Вот сюда. Те, которые не касаются зеленой грани. Зелено-красный пока сюда ставить не будем. Зелено-оранжевый тоже. Сине-красный. Можно, конечно, поставить, но торопиться не будем. Давайте поставим. Возможно, придется его сломать. Что у нас тут? У нас тут нужно два ребра поставить, да так, чтобы ничего не сломать. Было бы здесь сейчас красно-зеленое другой стороной, я бы сделал просто алгоритм ромашка или лесенка из некоторых методов для начинающих, который вращает только правую верхнюю грань. И хорошо бы сюда все поставилось. Но ориентация другая. Посмотрим с этим. А, зелено-оранжевый у нас вот здесь стоит. Еще хуже.
А значит что? Значит, давайте сразу придумывать что-то. Если вот у меня ситуация вот такая вот нехорошая, я придумал поставить вот на это положение элемент. То есть получается отсюда сюда, а сине-красное потом легко поставится. И вот отсюда легко поставить вот сюда. Да, просто сделать R2U2 трижды. R2, U2, R2, U2, R2. Ну, вот два даже лишние. И вот у нас зелено-красное стоит на месте. А зелено-оранжевое сюда попало. Но мы его сейчас легко вынем, поставив сине-красное. Да, и по-хорошему, вот эти вот синие ребра лучше было бы и не ставить. Да, сначала разобраться вот с этими, потому что для них могли потребоваться вот эти слоты на втором слое. Но потом легкие бы сами поставились. А, кстати, вот здесь удобная ситуация. Можно отсюда поставить сюда трициклом, правой и верхней грани, а зеленая будет передней. R'U', 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 R. И вот, второй слой собран. Ну и все, а дальше легко. Здесь галка, опять сделаем LL в два этапа. Ага, заметили? Все сломал. А почему? Потому что поторопился и зеленую грань оставил вот здесь. Поэтому сейчас я галку отменю. И сделаю уже аккуратно. Да? А как? Просто зеленую грань отправлю назад, чтобы ее случайно не задеть. Алгоритм сделаю тот же самый. Так. Дальше уши. На всякий случай проверяю, никуда не сместился ли зеленый центр, чтобы все не испортить. Ну и что остается? Остается OLL. Опять зеленую грань я сзади держу. Да. Расставляем по местам ребра. А здесь лучше не использовать алгоритмы, которые задевают лишние грани. А слой M. Тогда будет все хорошо. Ну и что остается? Сделать оперм. Ну, как мы знаем, при выполнении оперма нужно вращать нижнюю грань. А здесь у нас как раз зеленая. Поэтому я сделаю такой вот доворот. И, ну, мы же запомнили, что нужно отсюда сделать оперм. Просто доворачиваем сюда. Делаем алгоритм. И потом возвращаем. Вот. Чуть-чуть сложнее Уран, чем Юпитер. Если есть какой-то более разумный способ, пишите в комментариях. Я пока собираю Уран так. Можно, конечно, разные фишки тут еще придумывать, но основные моменты я вроде бы показал. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.